Всем привет, с вами «Факты от автогода», а это GVM Power. И сейчас расскажу, чем он так крут. У нашего пикапа двухлитровый дизельный мотор с чугунным блоком. Собственные разработки GVM. Его мощность 150 сил, специально дефорсирован для России со 163. Крутящий момент внушительные 400 ньютонов. Круто! Работает мотор в паре с механикой или классическим автоматом ZF на 8 ступеней. Кстати, ходят слухи, что такая коробка способна переваривать аж до 750 ньютонов момента. Круто! Так что запас прочности хороший. Привод, конечно, подключаемый полный. Ведущая ось задняя. В максимальной комплектации присутствует блокировка заднего межколесного дифференциала. Понижайка есть во всех комплектациях, но двигаться на пониженной можно только до 40 км в час. Это нормально. Дорожный просвет внушительный – 232 мм, а глубина преодолеваемого брода – аж полметра. Самое главное тут, конечно, сзади. Грузовая платформа 1520 на 1520, а высота борта 538 мм. Несмотря на то, что по документам заявлена грузоподъемность в 375 кг, я уверен, что Power может тянуть до тонны груза. Наш формат не подразумевает подробный обзор, но показать салон я просто обязан. Для утилитарного пикапа салон выглядит просто шикарно. Хороший дизайн, эргономика и богатое оснащение. Все кнопки и рычаги расположены очень логично и интуитивно. Особенно хочется отметить классную мультимедиа-систему и удобный рычаг КПП. Друзья, если хотите полный обзор, обязательно дайте знать в комментах. Всем пока!